По поручению президента Садыра Джапарова, заместитель председателя кабинета министров Бакыт Торобаев, генеральный прокурор Курманкул Зулушев и министр внутренних дел Улан Ниязбеков выслушивают жалобы и просьбы жителей Джалалабадской области, которые просят решения социальных проблем. Также есть жалобы и на коррупционную составляющую. Урматту тугандар, биз менен чогу бул жерден да ведомстволор келди, министерстволор келди, өкүлдөр отурат бул жерде. Айджамал Джинкулова живет в городе Майлусу. Женщина жалуется на бывшего сотрудника милиции, который обманул ее семью на 450 тысяч сомов. Honda Solaris деген автомашинаны Кыргызстанга. Мой брат купил машину в России. Айбек Мурзаев, который раньше работал в милиции, но в настоящее время отстранен от работы, обещал машину доставить. Взял ее, но так и пропал. А потом мы выяснили, что он ее продал. Точно так же пострадали еще 5 человек. Мы уже обращались в милицию и в прокуратуру, но четкого ответа так и не получили. Прозвучали также вопросы от фермеров с просьбами о помощи в получении льготных кредитов. Озвучены были также и другие вопросы. Для решения проблем населения на месте были привлечены специалисты из профильных министерств. У нас много овец, но у нас есть проблемы с получением достаточной помощи в области сельского хозяйства. Например, какие культуры сажать, а какие не надо. Например, наш сын посадил зерно, но на культуру напали гусеницы. В итоге мы не смогли получить урожай даже в 1 цент. С гектара. Нам нужны грамотные консультации специалистов. Сельские органы власти должны взять на себя ответственность за несвоевременное предоставление льготных кредитов фермеров. Проводить разъяснительную работу необходимо в доступной форме. А то, что люди не могли получить льготные кредиты, я уточнил, что в начале года они не могли поехать в АКСы и зарегистрироваться. Поэтому сейчас просят создать условия для онлайн-регистрации. Этот вопрос также будет рассмотрен. Создадим необходимые условия. На месте на встрече были решены порядка 100 озвученных проблем. Также выслушали жителей Аксыйского района, где на встречу пришли порядка 450 человек. Люди также озвучивали разные социальные вопросы, в частности, по решению проблем чистой воды и другие. По поручению главы государства каждое обращение будет зафиксировано и не останется без ответа. Мы не просто так приехали, стараемся реагировать на каждую жалобу и обращение на месте. Каждый зарегистрированный вопрос будет рассмотрен на законность и немедленно решен. Мы внимательно разбираем каждое обращение. И на нехватку питьевой воды и другие социальные вопросы решение обязательно будет. Также тщательно проверятся все жалобы на коррупционные составляющие. Поверьте, правительство не станет терпеть бедственное положение простых людей. Все обращения будут рассмотрены и решены. Накануне ответственные чиновники встречались с жителями Токтагульского района. Сегодня встречи прошли с жителями города Ташкумур, Майлусоу и Аксыйского района. Встречи должностных чиновников с населением проходят по поручению президента Садыра Джапарова. Во время рабочей поездки главы государства в регионы страны большую часть проблем, озвученных на встречах с местными жителями, составляли жалобы на решение судов и действия сотрудников правоохранительных органов. Поэтому глава государства поручил генеральному прокурору и министру внутренних дел выехать на места и собрать всю необходимую информацию о проблемах населения. Такие встречи пройдут в каждом регионе страны. Завтра встречи будут в Читкальском и Алабукинском районах. Алена Смирнова, Айджанул Турдумаматова, Уран Адишев, Улар Кайназаров, ЛТР, Джалалабадская область.